Послушай, приятель, ты не был в Тольятти. Такой семейный, дружный фестиваль уже на протяжении 29 лет. 29 лет фестивалю! Я надеюсь, что у нас у всех хорошее настроение, и мы эти дни проведем вместе весело и дружно. Фестиваль идет! Вместе с этими людьми мы делаем очень хорошее дело, которое людям необходимо. Они ждут этого фестиваля каждый год. Ну и дети, вы сами видите, сколько детей. Это для детей, это жизнь природы, это рядышком река, тут общение. Не проберись, елок навалена, только держись, поворачивай к чертовой орина. Всю себя измучаю, стану я сам. Как сказал Булат Шалович Акуджава, авторская песня – это музыка для думающих людей. Вот. К этим людям я себя отношу. Да и потом душевно, по душе вот эта песня, авторская песня, обстановка по душе. Один чудак из партии геологов сказал мне, были в грязи сапога. Послал Господь на голову на молохов, откуда нефть, когда кругом тайга.